Всем хай, народ! Вы на канале SkyTop Games, это краткий обзор на новые введения в обновление Эврима. Давайте поочередно и вкратце рассмотрим их. Итак, первое начнем с Диабло Цератопса, класс травоядные, время роста с нутриентами 3 часа. В нутриенты входят рогатая дыня, сумах, грибы-сыроежки, но нутриенты могут меняться с возрастом. Вес 3 тонны, скорость 36 км в час, сила удара 275 ньютонов. Отдельная благодарность в проведении помощи съемок Олегу Шагалину, Мишани Плей, Дол Саша и Терексу. Едем далее. Основной удар на левую кнопку мыши. Удар на Alt. Правая кнопка мыши или нажатие на Ctrl. Вы встанете в новую игровую фишку – спарринг. Также вы можете нажать на ПКМ, чтобы Диабло встал в блокирующие удары от противника. При беге нажмите левую кнопку мыши. Диабло нанесет серьезный удар противнику. Запас стамины. 1 минута 48 секунд. Восстановление стамины – 3 минуты 15 секунд. Диабло Цератопс имеет хорошую лобовую защиту, как в блоке, так и в простой стойке. Но тот же цератозавр может нанести инфекции укусом в голову. Крики Диабло. Единичка. Двоечка. Тройка. Четверка. Диабло Цератопс может проткнуть небольшого противника и насадить на рога. Спарринг Диабло Цератопса – удивительная механика. Рингуйте с противником вашего веса и роста. Нажимайте Ctrl, вставайте в стойку. Можете подойти в упор к другому Диабло и прожать левую кнопку мыши. Либо ударить с разбега в спарринге на левую кнопку мыши. У Диабло Цератопса имеется под лапкой 10 зарядов на спарринг. Лимиты в пати – 5 особей. Гнездование Диабло Цератопса. Гнезда насыпные, лимит яиц – 6. Мутации. Это еще одна новая фишка обновления, о которой скоро будет отдельный ролик. Вкратце скажу, мутациями обладают все динозавры, у травоядных и хищников некоторые из них пересекаются. Также в игре есть скрытые мутации, которые нужно открывать по мере некоторых действий. Как только вы зайдете в игру на новом динозавре с рождением, вам будет доступна первая мутация. Вторая со стадии Сабадолта, третья по достижении и 100% роста. Также с гнезда от ваших родителей от каждого вы можете получить 6 мутаций. Итого получится в совокупности 9. Гнездование птернодонов. Можно строить гнезда на деревьях, но это пока слишком забаговано. Целевые лизунцы от отравления в игре теперь подсвечиваются при нюхе. На компасе они указаны как кристаллы. Добавлен рост гипсилофодона. Вы начнете с ростом джула.
Добавлены новые святилища на южных равнинах. Также пчелы в святилищах вас не будут жалить, пока вы не достигнете роста в 16%. Новое разрывание трупа. Прожмите 3 раза на клавишу Е. Новый удар стегозавра хвостом. Зажмите правую кнопку мыши и нанесите удар хвостом в сторону противника. Также, обращая внимание, вы можете делать двойной удар. Прожмите ПКМ 2 раза. Ну и еще одно очень интересное новшество – наскок Омнираптора на противника и прижимание его к земле. Здесь стоит рассчитывать массу противника и массу ваших Омнирапторов, которые накинутся на жертву. Пример. Диабло 3 тонны. Вес 3 Омнирапторов – тонна 350. Глянем, что из этого выйдет. Теперь. Масса диабликов 1,5 тонны меньше. Пример. Цератозавр массой 1,3 тонны. Палец вверх, подписка на канал.